Сказали, видео пора снимать. Шашлык почти готов. Ой, я сейчас слюной захлебнусь. Мама мия, барбамбия. Угли, все природа, все натуральное. Камни, все здесь вот вокруг. Вот. О, ребята тоже настоящие такие. Шашлычница тоже настоящая. Да, не макиян какие-нибудь. Дрова вон оттуда вон отломали, такое бревно. Возьми тоже. Ой, шашлычок. Откололи. Шашлычок ночью был. Сырье для него ночью было добыто. Сейчас покажу, каким. Да, тут поляна, кухня. Поляна. Так, каким ружьем? О, вот этим. А, вот он. Чего ты завалил? Ну, короче. Лазер опробовали, все ништяк, фонарь бьет далеко, поэтому не удивляйтесь его размеру, все нормально. Так, вот результаты. Раз, два, три, четыре ножки. Ну, все нормально, все чисто, бито, красиво. Ножки целые, пару ребер и все. Ох, восстанавливаем силы. Ну, тут у нас разные стволы есть. Поливай! И давай снимай его, уже он готов. Как куда снимать? На лепешку? Тарелочку, что? Давай, тарелку. Поднимай. Ее надо положить. Поднимай, ой. Поднимай. Поднимай на лепешку, положим. Не-не-не. Сейчас он ее помоет, мы ее туда. Вот на. Ну где там дым, да, снять-то? Ну елки-палки, что за издевательство? О, мама мия. Вот это шашлик. Дядя Лик. Вот это дядя Лик называется. Свинина, правда, ну. Смотрите и завидуйте. Но тоже мясо. Дикий. Да пойдет. Как говорится, когда кушать нечего, можно и это. Да. Нам еще целую ночь охотиться. Давай, ребята, пока всем. Да, давай ножиком. Вот ножик возьми, на ножиком скидывай. Ножик советский. Нет, ты вниз, да, вот так. Спинкой ножа, хрясь. Короче. Ладно, спасибо за внимание.